Prosím o príhovor pána Vladislava Kulikova, kultúrny ataše veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike. Vážený pán zástupca primátora mesta Poprad Igor Zoš, vážený pán zástupca primátora mesta Poprad Pavel Gašper, vážený pán predseda Svetového združenia politických väzňov Imrich Bodi, pán podpredseda František Bednár, vážené panie Čarnoka, vážení veteráni, vážení prítomní, drahí priatelia. На начале своего прияву би сам хотел поведать, что при нас попровский родак Антон Бабони є гирдином. Ми все це в'єме, ака то була особенность, винікаючи хокеїста, чоловік, который сохранил живот нашей советской обчанки, а главное, прислушник первой чехословенской армады. Который воевал в Словенском народном повстании. Что и власне при нас СНП. То есть символ боя словаков против фашизма. Нигде не забудем на чины червеной армады, первого чехословенского сбора, а словенских партизанов, а určite на усад гирдинов, на усад Антона Бабония. То же теперь славностно отгаливаем эту табулу, приспев к лепшему похопению днешнюю молодую генерацию тех ценностей, за которые люди обетовали свои жизни. Вспоминка на бездну в концентрационных таборах є назорным доказом, а припоминкой цены, которую заплатили наши народы за озрудное зверство фашистов. То есть наша сполочная трагедия. Коли говоримо о осуді словенських дідин, випалених фашистськими уточниками, о осудах людей, які були поправлені, а ув'язнені за допомогу партизанам, вибився спом'єнка на знищене місто дідини в нашій власті, осуди наших партизанів, які рівнака, як у словенські партизані, під час словенського народного повстання, воювали за справедливу вец. Тато скуточность є обзвлашт актуальна в сувислости за сучасними покусами о приписании деян Другой Световой войны. Русско, ибо на словенской поде в освободзаваців боях стратило 63 381 вояков, которые были поховані на Словенску, а памятка на каждого из них є при нас посветна. Заровень трагедия Другой Световой войны ей нашел сполочную трагедию, нашел сполочную болестью, а нашел сполочную пиху. Змегирди на то, же словенский народ си уведомил злочинность, нелюдскость фашизму, гирдоса поставил на отпор нацизму, а заплатил, подобно как много иных европейских народов, кровавую обиту. Змераді, же русско, а словенско внимаю ровнаку правду о Другой Световой войне и гирдинской агвозно-страшной странке. Припомень меси, же одним из главных целей идеологии Гитлера было знищение целых народов, а вигубение слованов. На завербе сомой штрахсел сдворазнить, же днеси нашу наидволежитышу улугу є заховання історичної правди о Другій світовій війні, а одовздання тієї правди младшим генераціям, припокійне небо над головою, а про спереду народу руска, а словенська. Дякую. Спасибо.